Так, давайте, ребята, в лесу возьмем транспорт. Мой любимый вот этот. Поехали. В лесу как раз проедем сейчас. Возьмем максимально, сколько мы сможем проехать. Максимально побольше монет. Вот такой, такая тачка у меня прокачана, и я еду очень быстро. Прокачали мы на 100 тысяч монет. Прокачали мы в основном этот движок. И прокачали колеса, наверное. А может нет, но двигатель я точно прокачал. Ну, не знаю. Что-то... Я думал, на 100 тысяч сейчас я прокачаю, она будет прям быстрая-быстрая. Ну, нет. Она не супер быстрая тачка. Медленность, ну, как бы... Вот, допустим, в прошлый раз я играл. Давно играл. Вот он, транспорт. Где? Сейчас, подожди. Вот на красненькое я ехал. Сейчас будем пробовать обгонять. И вообще, быстрее или нет поднимаюсь? Не особо, да? Странно. Да, 100 тысяч, конечно, не хватает для прокачки более-менее нормальной машинки. Что-то я так ощутимо ехал на ней, она быстро-быстро ехала. Ой, к сожалению, Hill Climb Racing надо очень-очень много постараться, очень много монет, чтобы прокачать. Ну, естественно, и не только машинку, только когда прокачиваешь, если ты еще и покупаешь машинку. Но в моем случае машинка у меня уже все есть. Я их уже все купил на машинке. Теперь мне остается только прокачивать их. Но денег надо очень много. Да. Поэтому, чтобы хотя бы хорошие прокачанные тачки, Hill Climb Racing, мне нужно много и упорно трудиться. Накатывать километры. Да, накатывать. Ой-о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 й, я не знаю, куда ты упала. Ой-ой-ой. Ладно, ничего страшного. Сделаем повтор, сделаем старт. И давайте запустим двойные монетки. Давайте погоняем немножко в шахтах. И на этом мы на лихачи сейчас поедем. 1000 монет. Ой-ой-ой, так не надо разгоняться сильно. Взорвется машинка, и я никуда не приеду. Ну а как у меня успехи? А, что-то там уже двигается у меня, сломалось что-то. Надо сильно не газовать. А, ну и также мы получим сейчас сундуки. Ох, нифига, а чё, разлетается машинка. Ёлки-палки, смотри, что у нас машинка становится. Она мне ломается. Так, а что, бензин не взял? Подожди, назад. Все, спасибо. Ладно. У меня такое чувство, что она сейчас меня развалит. Там надо убрать машиночкой. Скоростная, конечно, лихач. Лихач это очень скоростной такой автомобильчик. Так, здесь главное не перевернуться. Ах, ты и разбились. Ладно, давайте возьмем денежки, монетки. Поиграем в кубки. Так, у нас туннели. Для туннелей берем. О, давай сцепление повысим. Все хорошо, повысили мы сцепление с дорогой. Есть, и едем. Аккуратно, аккуратно. Подожди, почему у меня машина переворачивается? Я прокачал сцепление, алло. Смотри, как сделано хорошо. Вот туннели они есть. Прячут бензин. Непонятно в каких местах. Ой-ой-ой, не получилось. Так, ладно, повтор. Так, бензин еще заканчивается. Да, не приедем мы никуда. С нехваткой бензина у меня машина просто-напросто остановилась.
Дальше. Устанавливается машинка и все. Так, эти ребята доехали, видимо. Ого-го-го-го-го. Нифига себе. Ладно, пока мины не будем брать, у меня есть миночка. Еще более-менее. Да ёшки-маташки, что за фигня-то, а? Второй раз мы разбились. Её сложная трасса до такой степени. Сложная трасса, что ли? Никто не разбивается, кроме меня. Так, ладно. Будем пробовать. О, какой булыжник, слушай, а? Какие огромные тут валуны лежат. А что с такой? Так, ну что ж, я приехал. Второе место. Первый раз. А, какая жалость. Типа нет, не доехал. Песок в купальнике. Ну поехали по песку в купальнике. Так, разгоняемся. Ох ты, да ну нафиг. Офигеть. Разбились. Слушай, так, подожди. Выход. Давай поиграем в просто приключения. Интенсивные не хочу. Я хочу поиграть в... давайте в долине. В долине поедем. На вот этой грузовичке поедем. На грузовичке. Поехали. Вот. А, смотри, я здесь ни разу не ездил, но в грузовике поедем. Ну вот. Плюс в том, что мы получим много звездочек. Вот это уже лучше. Вот это уже хорошо. 300-400 звездочек уже. На одном колесе, нифига себе, сколько я ехал. Долго. Да. Это у меня машинка. В приоритете будет с ездой на одном колесе. А главное здесь, да, головой не стукнуться. Оп-оп-оп, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, тормозим. Нормально. Все, спускаемся вниз. Ой, да, отлично. 900 звездочек есть у нас. О, на одном колесе я очень долго ехал. Опа, бревно, прям смотри, как оно. В тику-в тику ждет меня, пока я поверю, чтоб меня шлепнуть. Но не в этот раз. Да. Что у нас здесь? А, получается 2000 монеток у нас в наличии. Посмотрим, сколько мы сможем заработать к концу трассы. Ой-ой-ой-ой-ой, куда я упал? Слушай, все, я погружаюсь в песочек. Да как так? Все, до свидания. Я ни разу сюда не заезжал. Давайте сделаем повтор. Возьмем на формуле, проедем. На формуле я здесь ездил. Проехал я много раньше. 2 километра проезжал. Надо будет попробовать еще раз на грузовике здесь проехать. Такой вот у нас такой гоночный болид, который достаточно быстро едет. Да. Так, проезжаем мы песок забучий. И сейчас у нас будет... А, пещера. Пещера. Проехали. Смотри, нос к носу едем, да? Это надо же. Опа. Стоп. Смотри, у нас даже эта штука не сломалась. Нос. Нос не сломался. Удивительно. Хотя удар-то был мощный. Так, а здесь у нас ждет бревно. О, я прям на бревно залез. И сейчас будет у нас... А что у нас будет сейчас, интересно? Песочек забучий. Да, вот этот я болид прокачивал, но он мне
еще требует прокачки. Прокачивать еще очень много надо раз его. Здесь проехали мы спокойно. Почему мы в тот раз здесь не могли проехать? 1700 монеток. Ой, 1700 монеток. 1900 метров. А, нифига здесь. Смотри, да мы рекорд побьем даже. Я считаю. Ну да, 100 метров осталось до рекорда. А, мы здесь просто головой стукались. И либо мы погружались в песок забычу. Да ё-моё, да ты чё делаешь? А, всё, погрузились мы в песок. Не получилось у нас.